Скажите, где бомба? Даю 10 секунд, потом стреляю. Интересно. Только я знаю, где эта ядерная бомба. В таком случае я советую вам начинать. О, блин. О, боже, зачем? Зачем ты это сделал? Я что, специально? Здесь просто пыли немерено. Я уволилась из школы и пошла в ЦРУ. Думала, стану супершпионкой. Но я все та же серая мышь. Проявляю инициативу. Так и слышу мамин голос. Уступай, другому победу отдай. Заявишь о себе, получишь по губе. Супер. Мечты доведут до беды, Сьюзен. Такой она мне кружку подарила. Из прослушки стало известно, что Рейна Баянова знает, где бомба. Но она знает в лицо всех наших агентов. Откуда эта долбанная сучка узнала про нас? Мы не в курсе. И следи, пожалуйста, за речью, Форд. Да ладно, хватит. Сучка — это литературное слово. Мы тут не книжки читаем. Нужно найти бомбу по-тихому. Нужен кто-то неприметный. Я могу. Как-нибудь без буфетчиц обойдемся. Серьезно? Я смогу. Ты станешь другим человеком. Отныне ты не Сьюзен Купер. Ты Пенни Морган, разведенная домохозяйка из Айовы. Джеймс Бонд отдыхает. И ты считаешь, что уже готова? Твою мать! Никаких контактов с объектами наблюдения. За тебя. Пусть у тебя ума не палата, но с тобой весело, как в комнате смеха. Какой дебильный тост. Ты прелесть. Ты тоже. Я твой ночной кошмар. Я уничтожу тебя. Да ты вообще кто такая? Я сейчас отрежу тебе член, приклею ко лбу и сделаю из тебя единорога-импотента. Тогда сразу поймешь, кто я.